жизни. Теперь, когда я прилепил вот эти вот кружочки к краям морщинки, да, и по центру прилепил тоже, у меня получилась вот такая история. Значит, если вы так сделаете, у вас все будет хорошо, и морщинка не отлипнет. Ну, краешек можно травнуть чуть-чуть. Все, рамочка готова к тому, чтобы ее устанавливать булей. Спасибо за внимание.